Казахстане очень хорошо выиграл Артур Саргисян. Боролся он против спортсмена из Кыргызстана. Сейчас уже борется со спортсменом из Сербии. Начинается встреча. Уже скоро потихонечку, друзья, движемся к Зауру Угуеву и Арсену Арутюняну. Еще хорошая схватка будет Ибрагим Ибрагимов и Вазген Тиванян. Так, активнее действует Артур Саргисян. На самом деле мог напором пойти, но даже не стал атаковать. Ищет. Так, активнее действует. Арсен Александрович, спасибо за поддержку. Армении тоже огромный привет передаю. Да, 1 балл заслуженно Артуру Саргисяну дают 1 балл. Активнее он действовал с первых минут. Да. Очень хороший, плотный партер у Артура Саргисяна. Надо Каджави показать защиту свою. Да. Защищается. Есть подъем. Плотно вырывает. И есть 4-бальный бросок, друзья. Тяжело здесь устоять. Счет 5-0. Сергей Степанов, да, друзья, проиграл. При равном счете 1-1. Нацаканян уже 2 раза так выигрывает на ПВЛ. 1-1. И Сергея Кутузова выиграл, и чемпиона России сейчас выиграл Сергея Степанова. Сорок секунд. Дальше идет в атаку, атакует, не останавливается. Да, подталкивает в зоне, еще выталкивает за ковер. Счет уже становится 6-0. 30 секунд до конца первого периода. 2 балла не хватает до чистой технической победы Артуру Саргисяну. Да, 6-0. Да, следующая ИСУ. Сейчас потише звук сделаю, друзья. Всех приветствую, друзья, кто присоединяется к трансляции. Всем ассалам алейкум, всем хорошего просмотра. По счету у нас идет уже 13-я схватка. Следующая у нас женская борьба. Freestyle Woman. Да, опять начинает напирать Артур Саргисян.
Все под его диктовку. Спасибо, друзья, за поддержку. Альбина Альбертовна. Есть, есть 6-0. Минута пролетела. Пытается, пытается, конечно. Михаил что-то сделать, но... Да, через, получается, через одну схватку. Следующая схватка у нас Алина Касабиева и Сулут Инебекова, а вот потом Ибрагимов и Вазген Тиванян. Спасибо за внимание. Здесь 40 секунд еще бороться. Счет уверенный. Удерживает лидерство Артур Саргисян. 30 секунд. Но он активнее действует. Видите, даже не дают партер. Михаилу Каджави не дают просто партер. Потому что все равно центр ковра за Артуром Саргисяном. А все, истекает время. Счет 6-0. В Казахстане победу хорошего держал Артур Саргисян. Сейчас действующий чемпион России в олимпийской весовой категории. Победу одержал Артур Саргисян. Поздравляем.